Цього тижня остаточно з'ясували, що МВФ не має застережень щодо роботи з країнами, де діє воєнний стан. Такі побоювання, що висловлювалися протягом 5 років війни з Росією, некоректні. Тому, як і передбачалося, новий транш від фонду Україна швидше за все отримає найближчим часом. Не став перешкодою воєнний стан і для інших кредиторів України. Ось, приміром, Єврокомісія схвалила надання першої частини макрофінансової допомоги на 500 мільйонів євро. Отже, коли саме отримаємо транш, та як взагалі нова ескалація в Азовському морі вплине на українську економіку, давайте обговоримо з експертом Олег Устенко, президент Гарвардського клубу України та відомий економіст сьогодні у нас в гостях, за що я вам і дякую, пане Олеже. Добрий вечір. Давайте почнемо одразу з вашого прогнозу щодо траншу МВФ. Коли ми можемо отримати гроші від МВФ по цьому траншу? І скільки ще приблизно траншів Україна може розраховувати, скажімо, на найближчі півроку? Ну, я бы сказал, первое, что общий объем – это 4 миллиарда долларов, 3,9 миллиарда долларов, если быть точными. Второй месседж тоже достаточно важный. Долго шли разговоры о том, что Международный валютный фонд, скорее всего, не будет работать с Украиной, если будет военное положение. Но надо понимать логику Международного валютного фонда. Вот это военное положение, оно дифференцируется от очень жесткого «все для фронта, все для победы», когда ты действительно перекраиваешь свой государственный бюджет, когда весь ресурс бросается на борьбу с противником. И есть совершенно лайт, такой имитационный вариант военного положения, когда вроде бы ты сохраняешь прежний статус-кво, тогда ты, скорее всего, можешь продолжать сотрудничество со всеми. В первом варианте ты понятно, что в жестком сценарии «все для фронта, все для победы» ты пересматриваешь бюджет, да, увеличиваешь все расходы на оборону и безопасность. При пересмотренном бюджете это не может даже быть речи, что ты продолжишь с международными институциями работать. Плюс, скорее всего, тебе надо будет объявлять дефолт, и ты не сможешь рассчитываться по обязательствам, ты не сможешь Тут на допомогу мы бы не могли разобраться. Не могли. Но Международный валютный фонд совершенно очевидно чувствует, что мы находимся в этой лайт-версии, в этой полуимитационной версии военного сценария. Вот такая легкая версия. Поэтому они могут продолжать сотрудничество. Насколько я понимаю, они сейчас работают с документом по государственному бюджету. Вы слышали заявление, которое было сказано, что да, там макроэкономические параметры устраивают, они смотрят детали. После этого, скорее всего, документ уйдет по официальным каналам Международный валютный фонд. И мы, скорее всего, сможем... Швидше за все отримаем. Да, до конца этого года у нас есть возможность получить деньги от Международного валютного фонда. Добре. Не факт, что мы потом будем получать, но первый... А потом потребно будет выполнять еще какие-то задания от Международного валютного фонда, мы это с вами прекрасно понимаем. Добре. Вы говорите про лайт-версию военного стану в Украине. А эта лайт-версия, вона вплине на економіку? Ось цей новий правовий стан. Чого нам чекати? Ну, і совершенно правомерный вопрос. И совсем жесткая версия «все для фронта, все для победы» и лайт-версия будут влиять на состояние экономики. И та будут влиять негативно. Лайт-версия, в принципе, что подразумевает? Какая логика экономических процессов? Прежде всего, что касается экспортеров. Все находятся в ожидании вроде бы дополнительной девальвации гривны. Все находятся в негативных ожиданиях по поводу экономики. Экспортеры, совершенно очевидно, не станут заводить активно валютную выручку на территорию Украины, потому что они знают, что будет четко завтра. Как долго продлится военное положение. И плюс никто толком не понимает, ни один из игроков не понимает, ты будешь находиться все время в лайт-версии или может быть перемещение в жесткую версию «все для фронта, все для победы». То есть выторгуют гроши и десь заховают их у кубышку за кордоном. Первое. Это первая втрата. Второе, эти же экспортеры испытывают проблемы, они не могут возить ни металл, ни зерно с наших двух основных портов, которые в Азове находятся, на Азовском, и не могут проходить через Керченский пролив после Керченского кризиса, это очевидно. Значит, там можно просто паковать на склад готовую продукцию, и в результате ты тоже недополучишь прибыль. Конечно, ты можешь попытаться частично возить Укрзалезницей, но она не бесконечна, ее возможности не бесконечны, там тоже могут быть проблемы. Второе, тоже, что необходимо помнить, кроме экспортера, это инвесторы. Инвесторы — это 100-200 миллионов долларов в месячном выражении инвестиций в Украину. Это крайне мало, но все-таки это 100-200 миллионов. Да. И они могут не зайти. Да, но представьте себе, состояние инвестора, который не понимает ситуацию. Но я бы на их месте перечекал. Точно так они поступят, это значит еще минус деньги, которые тоже создают дополнительное девальвационное давление на гривну. Добавьте туда слабое, но все-таки население, которое имеет незначительные сбережения и будет пытаться их конвертировать. Тоже дополнительная будет нагрузка на гривну, тоже дополнительное девальвационное ожидание формируется. Ну и импортеры, которые тоже не понимают, в какой версии ты будешь находиться, как ты будешь смещаться по шкале сложностей с военным положением, и они, скорее всего, покупая импортную продукцию, будут закладывать на полки, выставляя ее на полки магазинов, будут закладывать более высокий курс. И тут
важливе питання. От якщо все це підсумувати і вийти на, ну, на ті питання, які найбільше зараз хочуть почути від нас глядачі, якої інфляції очікувати, то а це ріст цін того ж хліба, там цукру у магазинах і курса долара. Якщо коротко, якщо можна. Ну, якщо коротко, то якщо ожидать 10% девальвацію, що кажеться в принципі логічним, особливо не забувайте, що в декабрі, в кінці декабря, або навіть в середині декабря, наложаться доповнительні фактори. Кінець года, Мінфін починає розрахуватися, в рост ліквідності. Ну, сезонні коливання, зрозуміло. Ну, долар буде скакати? Ну, якщо долар, якщо гривна девальвірує, да, якщо курс уходить із відмітки 27,8, яка була стартовою, уходить в відмітку, скажімо, ближче к 29,5-30, то от подобного рода девальвація може означати, ну, скажімо, плюс 2% к уровню інфляції. Угу. Сумарному. Тобто, по итогу ми повинні вийти, будемо на уровень інфляції точно не 7,5%, які заложені в бюджет, і вряд ли 10, но, скажімо, 11%, угу, що буде второе з конца на просторах бывшего Союзу після Узбекистана. Я зрозумів. Пане Олеже, дякую вам за цю розмову. Олег Устенко, президент Гарвардського клубу, відповідав на моє питання.